Азербайджанские вандалы продолжают уничтожать историко-архитектурные памятники Степанакерта. Государственный режим Азербайджана продолжает уничтожать историко-архитектурные памятники в захваченном Степанакерте. Об этом написал на своей странице в Facebook омбудсмен по защите культуры Айка Овик Аванесов. Азербайджанские вандалы с помощью тяжелой строительной техники разрушили не только здание Национального собрания Арцаха и офис Союза азотомартиков, но и скульптуры на площади Возрождения в Степанакерте. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан осуществляет культурный геноцид в захваченном Арцахе на государственном уровне. Согласно статье 4 Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, запрещаются любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, враждебности в отношении культурного наследия. Первый Гаагский протокол 1954 года запрещает уничтожение культурных или духовных ценностей на оккупированных территориях.